Правоохранители задержали преступников в момент осуществления закладки. Ими оказались 22-летний молодой человек и его девушка. В ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружили и изъяли 6 полиэтиленовых пакетов с кристаллическим веществом белого и синего цвета. Все изъятое отправили на исследование. Экспертиза подтвердила, что это N-метилэфедрон, синтетический наркотик массой 60 грамм. Стоимость одного пакетика этого яда равна 3000 рублей. Подозреваемых доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Задержанные пояснили, что реализовывали наркотики через закладки, приобретая их бесконтактным способом. В настоящее время Следственным управлением МВД России по Смоленской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Алина Сазонтова, Светлана Разганова, Десна ТВ.